всем привет, 19-я фирма, и сегодня мы посмотрим карту Mining Construction Economy. Пока карта грузилась, не было никаких ошибок, поэтому удивительно. Сложность средняя. Добавим немножко огоньку. А, это стандартная 17-я фирма. Из Platinum Edition. Вижу уже новые объекты, по-моему, карьеры. Тут тоже какой-то новый объект. Ну, возьмем, в принципе, наш смотровой Джон Дир и прокатимся. Угу, поезд. По-моему, стандартный, да. Какая-то линия отдельная. Ну-ка. А вот еще один поезд. И да, я угадаю, он сейчас направо повернет. Так, что у нас тут вообще есть-то интересно? Так, стоп, машина. Машина под землей. Так, ладно, спасибо, я дальше сам. Какое-то производство. А, вот панель управления. Подожди, подожди. Контр-чип. Золото, камень. А, это что такое? Конкрет какой-то. Камень и гравий. Дизель, реверсант. Да, тут надо русский, конечно. Дизель даже есть. Ну, наверное, из Канова опять. Stone Garden процессор. Нужна вон, да, и Tilinx. Да. Это камень, судя по всему. Ну-ка, сбегаем-ка в карьер. Что тут у нас? О! Нет, спасибо. Елки-палки, какая тут дорога-то. Ребристая. А что это вообще такое? Ну, сейчас попрыгаем по производству, мы сходим посмотрим. Хотя бы по картинкам видно. Но это у нас уголь. Уголь, топливо. А здесь на выходе что-то будет идти. Или наоборот. Не пойму, что это такое. Песок, гравий. А что из этого выходить-то будет? Какая-то крошка. О, ну это картошка, мать. Это уже ясный пень. А нет, тут что-то другое. Хотя внутри моется картошка. Так, там же тоже какой-то карьер. А, это мастерская. Нифига тут. Свой такой. Сколько его снимать-то?
это надолго. Белое что-то. А, ну это стон что-то там. Ёлки-палки, нифига, там еще и проход какой-то есть. Ну это, наверное, уголь. Да, это уголь по-любому. Еще что-то тут непонятное. Грязь что ли? Нет, это что-то другое. Фига, тут прям под камнем будем работать. Кстати, если хотите, я могу пройти эту карту. Если, конечно, техника у меня найдется такая. А что тут, собственно, грузить да возить? Так, а здесь что у нас? Лодка? Здесь есть лодка? Ну да. Ну-ка, а где ее купить можно? В разном нету. Блин, а где ее искать-то? Может, она как размещаемый объект? Да нет, тоже вряд ли. О, блин, игра подвису. Кран. Крана у меня не было. Хотя на скриншотах вроде бы я видел, тоже лодка была как раз в этом месте. Склад силоса. Заправочная станция. А, вот здесь. Что у нас? Нифига себе, здесь поезд аж проходит. Аметист. Ух ты. Здесь наш корабль даже стоит. Новороссийск. Это, по-моему, Здоров Кавказа местность. Порт, по крайней мере. Морозильные камеры. Все по-русски. Вот это офигеть. Так, а тут, наверное, на продажу, скорее всего. Да. А три... Так, а это что такое? Кран. Да на кой черт мне нужен? Хотя этот кран, смотрю, поставлен так, что он должен лодку разгружать, по-моему. О, у вас лодка скоро... А, это этот контейнер ОС. Гавань. Огромная местность с одним триггером. Вот еще одно производство. О, стройка, по-моему. Ага, палеты с досками. Их можно продавать, значит. Тут... Так, переключим это говно. Золото. 27 тысяч. Это на средний уровень сложности. Ну-ка. Так, где это у нас было? Экономическая сложность. Ну-ка, низкая. Ну, просто ради... 46 тысяч. Ну-ка, на сложном. Да, блин. 15 тысяч. Один хрен. Так, а что у нас тут вообще есть? Это, наверное, нефть. Это хрен пойми что. Картошка мытая. Что-то вообще копейки стоит. Какую-то водку можно производить. Крышки даже можно делать. Это у нас уголь. В одном месте покупается. Это вот я тоже не пойму, что такое. Цемент, что ли? Вроде бы написано цемент. Камень. Камень еще, скажи, где-то можно продать. Это уже песок, это уже понятно. В трех точках можно продавать. Асфальт. 400. Ну, это чисто продажа. О, вино можно делать, еще что-то делать. Табак даже есть. А цена-то какая? Не, ну золото, конечно, 27 тысяч. Это вообще жесть. Контракты есть. Ну, это, похоже, чисто стройка. Здесь что-то принимает. Вот, блин, еще бы разобраться, что именно. На там мост. Ага, вот.
Ну понятно, то, что там нарисовано, то и принимают. Здесь песок принимают. Здесь гравий. Ну, это, по-моему, стандартное все. Здесь, наверное, асфальт должны принимать где-то. Вот он асфальт. Так, вот тут что-то интересное. Сейчас посмотрим. Хрен пойми, что это за культура. Пока она в кузове у тебя не окажется, не узнаешь ее название. А, это бензин. Так она стоит, как будто можно в этот, в поезд заправить. А, вон у нас второй поезд, кстати, есть, с двумя цистернами. Надо было доехать до туда посмотреть. Да, громко. Так, где она была? А нет, в принципе, недалеко ехать. Стоять, стоять, стоять. О, что-то можно было загрузить, блин. Ну, что-то тару какую-то загрузить можно было. Ну ладно, мы поняли. Еще какое-то производство. А, это производство топлива. Именно по цифрам можно, надо ориентироваться. Ну это похоже на ремонтную мастерскую какую-то. Да. Хотя там что-то принимает. Так, тут мы были. Это стандартная. Это стандартная лесопилка. Да ладно, что не мог нормальную лесопилку сюда воткнуть? Из Global Company. Она тупо дрова принимает. Где тут нормальная лесопилка, потому что же доски тоже... А, это от моей лесопилки, да, которую надо устанавливать. Так, что мы еще не смотрели-то? Предельная. Ну, это получается вот наша база, да? За 500 тысяч. А ну нафиг. Кстати, давайте заправим одну прессу, например, вот это вот. Блин, какой же тут низкий мост, а. Зараза, придется объезжать. И, кстати, подбирать все это говно можно только после покупки участка. А участок стоит 560. А как вот там выше взять, вот, если эту вот часть нельзя купить? Ту часть, получается, никак ты не сможешь забрать. Тоже косяк. Ну как погружу, поедем уже сдавать. Все, последний ковш. И грузим мы землю.
Поедем, продадим их. Ой, точнее, заправим. Для такого карьера только вот такую технику и надо, блин. Или на каразе. Подвеска у него хорошо обрабатывает всякие кочки. Этот самосвал вообще до 2 миллионов можно прокачать. Читерно, но... Ну, вы поняли. Ну, видите, толку не может разогнаться из-за кочек. Так, а выход-то здесь откуда? Ну, потому что я заехал туда и сразу собрал себе ногу. Смотри, даже анимация кардана есть. Зачем? А, это, наверное, то, что неровная местность. А может, загружать туда можно. Теперь надо вспомнить, где тут чего гружать. Потому что здесь триггеров просто море. По-моему, вон там. Нет. Здесь вообще нужен... Как он там? Так тоже Сойл. А почему картинка другая? Да, и, кстати, с ВПСом на этой карте все отлично. А, да, в принципе, что... Пойдем посмотрим, что еще надо. Давай. А, все. 50 литров в час. Она сразу эти 50 литров за час сожрет. Так, немножко железа, немножко этого, гравия. Ну-ка. И можно это все забрать поездом, получается. То есть никаких палет. А, вон. А, так вон куча появилась. В смысле-то надо еще самому крутить все это? Нет, нет, нет. А, по-моему, да. Молодец. Дорогу сделал то, что надо. По-быстрому свалить отсюда не получится. Еще бы лодку эту найти, которая была на скриншотах. Производство золота надо найти. Поезд. А вон там что-то золотистое. Надо еще посмотреть, куплен ли участок или нет. Еще 200 тысяч. А у меня уже денег не хватает. Значит, нужно еще участки покупать. Так, тут у нас что такое? А, здесь железо делают. А где его забирать-то? Так, ну сюда надо грузить. Да ладно, и что потом на выходе вот такие балки будут появляться? А как их грузить? Хотя, скорее всего, они как на палете будут. Ничего, мне эта карта уже понравилась, поэтому я ей займусь.
Так, суббота. А где же суббота это делать? Но здесь, наверное, только продают. А где его делают? Тут более много производств, надо тут посмотреть. Капец, тут линия. Камень. О, вот золото. Ага, вот здесь золото делают. Вода. Так, здесь что у нас? Камень. Здесь какой-то таллинг. А, это выход уже. Здесь тоже выход. Но опять, чтобы это производство заработало, надо отдать 300 тысяч. Ну, тут много их, конечно, вон. Вода. Короче, надо будет изучать эту карту перед тем, как запускать. Ну, посмотрели. Так что пробуйте. И всем пока.